Гуляя по вечерней набережной города Перми, мы проголодались и решили забежать в кафе, что-то перекусить. Здесь готовят лаваши горячие, свежие, заполняют их начинкой. Какие-то сворачивают рулетиком, готовят пиццу. В общем, очень много вкусных вкусняшек. И мы решили заказать спешл. Это очень сытное и вкусное блюдо. Начинка – курица, картофель фри, помидор, огурец, корейская морковка, ну а также лаваш промазывают майонезом с кетчупом. Заворачивают прямо в горячие, прямо только что свежеприготовленный лаваш. Если вы такое еще не пробовали, обязательно попробуйте. Это очень вкусно. Но сразу скажу, порция очень большая. Можно взять один спешл на двоих. Ну а кто любит очень вкусно покушать и сытно, тогда да, порции на одного. Дома тоже можно такой спешл приготовить. Совершенно с любой начинкой, которую вы любите. Также хочется очень попробовать табунатон. Здесь входит тоже вкуснейшая начинка. Но это уже в следующий раз, когда мы опять приедем в город Пермь прогуляться по городу. В этом кафе необычные блюда. Кафе работает до 11 часов. Но мы немножечко припозднились и забежали уже без 15-11 вечера. Но у нас заказ приняли. Нам надо было 6 порций. За 5 минут до закрытия заказы уже не принимаются. Ребята готовят быстро, оперативно. Все в присутствии вас. Вот видите, мы все прямо видим, как готовят. Если вам надо с собой, они обязательно все это заворачивают в фольгу. И нам все 6 порций завернули в фольгу, чтобы мы, придя домой, покушали еще тепленькое. Не бойтесь заходить в такие кафе и пробовать что-то для себя новое. Забрали свои заказы, целых 2 кулечка. Думаешь, так, снимешь, мы заказали вот в этом кафе. Сам факт, что мы пришли уже без 15-11, а кафе работает до 11. Успели только заказики забрать, а кушать будем уже дома. Так, все, достаем свой заказик, салфеточки. Так, все это фольге нам завернули, чтобы дома уже тепленько покушали. Пирог убери куда-нибудь. Так, все нам завернули в фольге. Сейчас будем разворачивать и кушать. Так, сейчас развернем и посмотрим. Вау, какая вкуснятина. Вот так это выглядит все, завернутое в лаваше. Все, и можно кушать. О, горяченькое, все вкусное.